Всем здоров, с вами Срок. Я играю в PES 2009. Вот накануне матч со Спортингом. Играем на выезде. Я сбился по счету, какая-то игра. Это уже игра 5-4. Нужно позарез выигрывать. Думаю, сразу к делу. Сыграем, не знаю, выездную фарму. Когда у нас синяя вроде, да, синяя. Так, состав меня вроде бы устраивает. Ну, погнали. Так, уже начали. Так, звонят мне, ну ладно, 3 секунды. Все, поехали. Так, Гути на Робиньо. Робиньо сам все. Перед Робиньо пространство. Пространство перед Робиньо. Пас куда? Ой, какой пас! И забивай! Это гол! Отлично! Вот эта комбинация! Первый удар! Сразу же гол! Робиньо! Лучший! Просто лучший! Бесспорно лучший в своем деле! Даже ж бумажечка он аплодирует ему. Смотрим эту просто очешуительную комбинацию. Пас! Так, Вандервард и сразу на Робиньо. И первым вратарю закрыли обзор. Так. Фух, на 6-й минуте мы открываем счет. Как это охуительное чувство, когда в начале матча забиваешь гол. Я думаю, многие ценители футбола это знают, охуительное чувство. Робиньо опять сам все. На дриблинге. Рауль. Пас на Рамоса. Рамос закидывает в штрафную. Там Робиньо не догоняет. Мы спокойненько. Гути. На Робиньо, Робиньо с головы. Второй. Вот это да. Игрок с рост. Угловой флажок забивает с головы. Позор просто игрокам. Защитникам, точнее. Да, игрокам, защите Спортинга. Робиньо уже делает на старте матча. Счет 2-0. Сильный удар головой в дальний угол. Вратарь бессилен. Это уже скоро чувствует порнушечка. Снова Рауль. Пас на Робиньо. Робиньо. Опять на скорости негомонный. Робиньо. Штрафной. Судья бежит себе, чтобы показать ему. А нет, не покажет. Ну и ладно. Понизу. Ладно. Плавает. Да. Вандервард, саб. Что делает Рафа? О, его ломает. Это желтая. Я дал бы красную. Ну, судья тоннелю дает желтую. Ну и ладно, пробуем разыграть также этот штрафной. И, ай-яй-яй, немножко не получилось, эту кнопочку зажал я. Так, Дерлей, что там разошелся? Ну, это ненадолго, Гути. Перевод на Марсела, что это за перевод, Гути? Вандервард, Робен, Ориен. Ариен. Робиньо. У Робиньо все равно мяч. Подача. Нет. Офсайд, тут офсайд. Тут офсайд. Вандервард травмирован. Нужна замена. В Гути вообще ничего нет. Где Рафа? Ага. И... Кучка Хауху. Место Фабио Канаваро. Ранняя замена сразу же. Вижу, немного прошло больше, чем половина первого тайма. Я уже пользовался все замены. Ну ладно. Ой-ой-ой! Удар дал я ударить.
Так, мяч получает Робиньо. На скорости обходит. Штрафной. На Робиньо легко можно зарабатывать штрафные. Абель. Феррейра. Получает желтый. Подачку. Найда. Подачка. 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 Ай-яй-яй, Рауль. Рауль. Нет. Вот это да. С метра сначала расстрелял. Опять же. Ну ничего, ладно. Может быть контратака. Не будет контратаки. Роберт. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нас все под контролем. Это штрафной. Сразу же разыграли. Неугомонный Робиньо. Пас. Гаго не вырывает, не вырывает. Гаго этот мяч. Тут фалит Пепе у нас, как обычно. Красная, сразу же красная Пепе. Так, извини, это шорох. Отправляю микрофон с наушниками, потому что уже уши запотели. Ну, мы в десятером, 2-0 счет. Приличный. И удар прям Касильясу в руки. Так, Робиньо, Робиньо. Робиньо навозит. Робиньо. Тут. Нет. Ну ладно, ладно. Третий не будет. Мы в меньшинстве. Буду матч с Челси. Пепе нам не поможет. Три минуты до конца. Все, мы на спокойнечке. Гаго. Что сделает Гаго? Пас на Робана. Робан себя. Подача от Робана на дальнюю. Там Рауль должен побороться, но он что-то не борется. Снайдер. Если Снайдер, мочи. Первый тайм пошел к концу. Ну, погнали сразу второй. Тут в первом тайме иду. Все ясно. Сразу. Пару случаев кинули и все. Робиньо. Рауль. Тихо-тихо-тихо. Тут все чисто. Я согласен с судьей. Прессингуем, прессингуем. Так, мяч получил Рауль. Ай-яй-яй, ой, это сильно экспериментный, можно сказать. Экспериментирую. Забросами, но заброс не удался. Каут. Может быть опасно. Так, на Рауль. Офсайд. Рауль бы казался на в офсайде. Да, офсайд. Вратарь будет носить мяч. Подача Спортинга. Ой. Дают бить на втором этаже наши игроки. Но Касильяс на месте. На месте Икер Касильяс. Обвинят тут на скорости, делает всех. Его ломают, но ничего. Сейчас мы кого-то сломаем. Дерлей, оп, все есть. Снейдер ломает. Будет подача штрафной. Штрафную площадь на выносе. Робиньо на контратаке пошел. Да. Не дали разогнаться Робиньо. Спортинг начал гулять на нашей половине. Это мне не нравится. Классно, Робиньо не проходит. От Дэвидса. Ой-ой-ой, это выход Вичнавич. Что за орел украинского офсайд. Так. Подача Марсела. Рикошет. И все. Мяч. В руках вратаря Спортинга. Снова атака Спортинга. На скорости Маутиньо.
Шейк, он заходит в угол. Рамос на спай. Канье. Так, вынос. Если будет играть спортом. Да, мы в десятером, нам тяжело. Тихо. Это 2-1. 2-1. Фух, блин, хоть во второй не пропустить. Кто-то Лицен забил. Лицен вниз. Да. Давай посмотрим. О, ничего такого, расслабилась наша защитка. Неточный пас от Марсела. Где-то был Диара и наши. И на противоходе к Сильясу. 50-я минута, еще 10 минут осталось продержаться. Ай-яй-яй, Диара. Нет, догоняет Диара. Будет другой. Подаем. Надежде на хотя бы удар. Третий мяч у Диара. В этот раз не будет ничего. Снайдер. На технике Ветли мог обойти. На втором этаже надо выворовать. Но вместо нас это сделали. Нам уже лучше. Ой-ой-ой. Под разрез на дуре. Их. Фух. Что? Паника. Робиньо. Уходи, Робиньо. Нужно уходить. Нет. Защемили втроем. Так, прикольно. Оригинально, точнее. Прикольно. Мог бы отдать пас. Рауль. Ой-ой-ой-ой-ой, Снайдер. Вышли. Так можно и ногу сломать. Желтая. Вышли, Снайдер. Получает желтый. Холдер Паштига, уход вместо волос. 9 минут до конца, плюс добавлено. И подача в штрафную. Не доходит подача. И мяч у Робиньо. Зидан, фин Зидана. Диара, все понятно. Не удивлен. Уже Диара, это какая-то дичь. Опять Зидан. Да, Робиньо кто-то разошелся не на шутку. Рамос, двоих. Сразу же щелкает. Марсело, кидает между ног. Но Абель Феррейра считает. Так, он пытается обойти Робина. Робин не успевает. Робин. Так, грубо говоря, еще минуты 4. Ой-ой-ой, прострел. Фух. Так, одна минута. Осталось выдержать одну минуту. Аут, аут. Опять Ортин. Тихо, подача. Нет, нет. Фух. Вот это выдохнули мимо ворот. Выноси, Касильяс, своей левой. Да, и даже бороться никто уже не хочет. Если с нами. Да, 2-1. 2-1, мы это сделали. Еще у нас есть и шансы впасть в 1-8. Да. Робиньо, дубль Робиньо. Следующая игра очень тяжелая. На Сантьяго Бернабео, Челси. И мы на втором месте. Сколько игр сыграли? 5 игр, 6 игра. Нужно просто выиграть Челси. И все. Ну, Челси я уже буду выигрывать квалификацию. А мы посмотрим все. Ну, у нас Робиньо за рулем на 3. Челси в следующем выпуске уже буду выиграть. Так что, уверен, это видео просто понравилось многим. Так что... Ставим пальцы, большущие просто пальцы вверх. Всем пока, с вами был Срок. До скорых встреч.